Zibratelli, Tsatski, Dile Galasavanya, Vov Tarom Turi, Вубров Президента Открыз, В Воскресенье, В Абхазии. Цаски будет работать с 8:00 до 20:00 МСК. Всего в республике 150 избирательных участков. Во второй тур вышли действующий глава государства Раул Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхаз Кифтиня. Хаджимба в первом туре набрал 24,83%, Кифтиня 23,91%. Для победы во втором туре кандидата необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника. При условии, что число голосов за него больше, тем отданных против. Порог явки составляет 25%. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент.